Участники клуба интеграции уже не в первый раз собираются вместе. Третий год на базе Анапского комплексного центра социального обслуживания для них проводятся мероприятия, способствующие сплочению и развитию творческих способностей. На празднике Покрова Пресвятой Богородицы члены клуба приняли участие в молебне, который провел настоятель Владимирского прихода протоиерей Петр. Для них это, как всегда, праздник, потому что это встреча друзей, это общение. То есть смысл, главная цель нашей работы – это достижение того, чтобы каждый из них себя чувствовал таким же нормальным человеком, членом общества. В клубе сегодня 57 человек с особенностями физического здоровья. Возраст от 18 до 40 лет. Заседания в клубе «Интеграция» проводят в форме тематических занятий, встреч с психологом, в виде тренингов, упражнений и мастер-классов. Сегодня нас клуб «Интеграция» пригласили на мероприятие, посвященное Святой Богородице, Покров, праздник Покрова. Нам только нужно, чтобы город не забывал нас, и мы были бы счастливы и рады встречаться в любых таких вот местах, и в церкви, и в кинотеатры мы ходим, и в музеи посещаем. После молебна всех пригласили в библиотеку на просмотр тематического фильма и чаепития. Анапский комплексный центр социального обслуживания приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 40 лет в клуб «Интеграция». За подробной информацией обращаться по адресу улица Астраханская, 88А и по телефону 4-31-48.